Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Нуждающиеся получили жилье. Так, в Даровском районе квартиру получили 3 человека. Один из них – сирота, выпускник школы-интерната, сообщает пресс-служба судебных приставов. В ходе исполнения требований с администрации городского поселения был взыскан исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей, а глава администрации дважды привлекался к административной ответственности. Ему были назначены штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей. Всего в первом полугодии на исполнении находилось 617 документов о предоставлении гражданам жилых помещений, в том числе 121 исполнительный документ о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Дайджест недвижимости. Досрочное погашение ипотечного кредита может обойтись дороже. Заемщики, скорее всего, будут вынуждены производить дополнительные выплаты. Такой пункт есть в законе о потребительском кредитовании. Его осенью рассмотрит Госдума во втором чтении, сообщает «Российская газета». Однако введение подобных мер может снизить ставку по ипотечному кредиту, уверены специалисты. Кроме этого, новый законопроект предполагает запрет на возврат займа в течение первых 10 дней после его получения. Дайджест недвижимости. По данным портала Росреалт, в августе средняя цена квадратного метра в Кирове чуть более 45 тысяч рублей. Понижение по сравнению с прошлым месяцем оказалось незначительным и составило всего 0,1%. Жилье на вторичном рынке стоит 46 523 рубля. Средняя стоимость дома в черте города – 3 600 000 рублей, земельного участка – 48 585 рублей за сотку. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.